Известный российский фигурист Роман Костомаров находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. У фигуриста развилась двухсторонняя пневмония и жидкость в легких. Из-за развившегося на фоне пневмонии сепсиса у спортсмена началось синеть тело. За жизнь олимпийского чемпиона борются врачи, а близкие друзья просят молиться за его здоровье. Роман Костомаров был экстренно госпитализирован с пневмонией несколько дней назад. Сначала его подключили к ИВЛ, но это не помогло. Сейчас спортсмен находится на ЭКМО, аппарате, который насыщает кровь кислородом. Фигуриста ввели в медикаментозную кому. У 45-летнего фигуриста развился двухсторонний гидроторакс, при котором жидкость скапливается в плевральной полости. Опасность заключается в том, что он вызывает сжатие легочной ткани. В результате происходит нарушение кровообращения, а также возникает риск смещения органов средних отделов грудной клетки. У Романа диагностирована двухсторонняя пневмония, развилась дыхательная недостаточность. Из-за сильной интоксикации организма начался сепсис. У Костомарова посинели конечности, передают СМИ. Татьяна Навка обратилась с печальным посланием об угасающем на глазах Костомарове. Фигуристка не находит себе места из-за тяжелой болезни бывшего партнера по танцам на льду. Навка отметила, что сейчас думает только о Романе и желает ему скорейшего выздоровления. «Самое мое главное желание на данный момент, чтобы Рома поправился. Прошу всех моих подписчиков, поклонников фигурного катания и просто неравнодушных людей помолиться о его здоровье», – попросила олимпийская чемпионка. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!